Доброе утро. Сегодня мы готовим рыбный суп с имбирем. Нам понадобятся креветки, треска, рисовая лапша, перец чили, чеснок, имбирь, лайм, рыбный бульон, кокосовое молоко, кинза. Для начала нам нужно будет отварить лапшу, кипятим воду, добавляем в нее немножко соли, имбирь нарезаем тонкими слайсами, также режем чеснок слайсами. Для остроты нам понадобится несколько колец чили. Также нам понадобится долька лайма. Режем креветки вдоль на две части. Треску режем кубиком, примерно сантиметр на сантиметр. В кипящую воду опускаем лапшу, варим до готовности. Готовую лапшу выкладываем на тарелку и убираем пока в сторону. Ранее нарезанные овощи обжариваем на оливковом масле. В последовательности чеснок, чили, слайсы имбиря. Добавляем лайм, чуть-чуть его выдавливаем. Обжариваем, пока чеснок не подзолотится. К овощам добавляем креветки. Затем добавляем нашу рыбу. И заливаем все это рыбным бульоном. Бульон закипел. Добавляем соль, перец черный и вводим кокосовое молоко. И варим еще минуты 4 на среднем огне. Ранее отваренную лапшу перекладываем в сервировочное блюдо и заливаем супом. Украшаем листьями кинзы. Рыбный суп с имбирем готов. Приятного аппетита!